Ку здорово, Хей, с тобой снова Пави Бейл. В общем, сегодня я наткнулся на проблему FredBot. У него прям стало колоссальное количество гличей во время воспроизведения музыки в голосовом чате. И поэтому я решил актуализировать видео 11 декабря 2021 года и показать реальную замену, по моему мнению. Как оказалось, по моему мнению, отличным ботом на замену FredBot оказался ProBot. И, кстати, вы заметили, что это первый ролик про бота в этом году? В общем, такой интересный факт. Ну а перед тем, как вы посмотрите ролик, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, если вы интересуетесь тематикой Дискорда. Также у меня есть Дискорд сервер, обязательно переходи по ссылке в описании, мы тебя там ждем. Нам осталось буквально 30 человек до сотни. В общем, не будем тянуть, и мы начинаем видеоролик. И первым делом переходим по ссылке в описании на сайт ProBot, нажимаем на кнопку «Добавить Discord», и тут уже указываем сам сервер, и нажимаем «Продолжить». Даем ему все права, и нажимаем на «Авторизовать». Далее мы попадаем на панель управления, нажимаем в пункте настройки бота под пункт «Музыкальный бот». Здесь, кстати, отлично реализованная инструкция с командами. Тут все команды стандартные, если что-то не поняли, есть понятное описание каждой команды на русском языке. Также каждую команду можно выключать и включать, что просто отлично. Итак, переходим на наш Discord сервер и пишем в чате команду /play и ссылку, например, на YouTube. Как видите, все прекрасно работает. В общем, на этом все. С вами был, как всегда, Павел Бейл. Всем удачи и всем пока!